Приветище! Это Бесконечный Цилиндр, и мы продолжаем бегать с требухами по храму, в котором мы забрались в прошлой серии, и здесь старейшина, который нам должен поведать о линзах. В общем, мы взяли способность вот таких вот огромных оранжевых глаз. Эти глаза обладают способностью видеть какие-то секретные узоры, вот как, например, сейчас. Я попросил подсказки в комментариях о том, что я не знаю, что здесь делать. Мне сказали, типа, возвращайся обратно, и ты увидишь там секретные какие-то следы. О, следы. Такое ощущение, как будто тут маленький трибумчик пробежал. Или это мои следы? Подожди, то есть он сюда вначале подошел? Теперь понятно, что это за штуки. Их можно поджигать, оказывается. Поджигаем. О, нифига себе, оно взорвалось-то как, а? Оно горит, горит, горит. Сейчас опять взорвется. Нифига себе, никакие бомбалейлы, а? Вот эти штучки, растения, цветочки. Активировали. Понятно, давай еще здесь подожжем. Ребята, отходим. А, ну тут нету этих бомбочек. Так что ничего страшного. Решетка открылась. Ну что, пойдем посмотрим, что у нас тут спрятано. Чего нам тут ждать? Кубический. Ага, нам нужен кубик. А кубик у нас имеется. Где у нас хамелеончик? Иди сюда. Нужна твоя способность. Ой, тихо, только в лаву не падай. А то было бы совсем уж печально как-то. Там вон можно что-то тоже поджечь. Смотри, сколько здесь этих цветков бомбалейла. Давай встаем сюда. Открыли кнопки, хорошо. Теперь нам нужно спуститься вниз и пробежать вот по этим. Ребята, давайте только аккуратно, очень аккуратно. Никто не падает в лаву, никто не обжигается. У нас прям ноги горят, смотри. Но нам пофиг, потому что мы камень. Мы кремень. Там он тоже кубич. О, пыльца, 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 пыльца. Мы можем с другой стороны спуститься. Попробуем сюда залететь. Пыльцу заберем. И обратно тоже вот сюда. Чудесно, мы справились. Значит, тут поджигаем. Вот так. А, пошло, 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 пошло наверх. Как все интересно. О-о-о. Прикольно. Интересно, упадет вот эта каменная сосуля или нет? Там три бомбочки на ней. Не, нифига. А, упала. Упала. А, ну она нужна была, чтобы туда пробраться. Но у меня-то есть воздушный шарик, поэтому без проблем. Что ж, дальше нам вон туда как-то надо попасть. Как это сделать, только я не знаю. Попробовать шариком туда долететь. Как думаешь, хватит у меня сил? Что-то маловероятно. Сейчас попробуем. А, нет, хватит. Смотри-ка. Опа. А, стоять. Это же мы тут пробегали. Точно. Это самое начало. Ага. Вот мы зашли сюда. Бежим обратно. И вот ножички нам показывают, типа, нам сюда. Ну, пойдем по их следу. Мы спускаемся, перепрыгиваем вот сюда. Можно подняться, снова поджечь этот фитиль. Поджигаем. И сейчас, наверное, упадет вот эта каменная балка. Мы прям настоящие подрывники. Прокладываем себе путь через подрывы. Есть? Ну, на самом деле, я могу сделать вот так вот, смотри. И не париться вообще. Хоп. Ой, чуть не упали. Чуть не упали в лаву. Тут тоже можно подорвать, упадет сверху что-то, что поможет нам перебраться. Но мы схитрим тоже и перелетим. Ой. А, там что-то активировалось. Ладно, давай подожжем. На всякий пожарный, мало ли, тут еще какая секретка есть, о которой мы не знаем. Так, убегаем. Это собираем. И сейчас на кнопочку встаем. А, мы сюда шли, получается, ради сундучка, что ли? Давай, открывайся. Сундук. Эй, сундук-бурдюк. Тут у нас перерабатывальщик есть. Кстати, никто не хочет перерабатывальщиком быть. О, какой огромный камень упал. Перерабатывальщик. Трибун, здорово. Смотрит так за нами, наблюдает. Вот это вот я забираю. Это все минералы. О май гербл. У меня, правда, ничего не вмещается. Но у нас есть чудо-мешочек, инвентарь. С помощью которого мы все это дело переместим благополучно вот так вот. Хоп, и все. Это объединяем. Ну все, я здесь все собрал. И вот эта вот кнопочка, она мне очень напоминает кнопки, которые были закрыты решеткой там, где фонари были. По всей видимости, мне нужно вернуться, и там теперь смогу спокойно пройти. Но я вижу, что у нас есть лазейка вот здесь вот. И может быть мы сможем схитрить и как-то необычно пройти все это дело. Сейчас мне нужно залезть вот сюда. Вот так. Взлетаем. Перелетаем сюда. Ага. Теперь вот на эти камни. Вот, чудесно, чудесно. И мы можем, смотри, либо туда,
Ой, свет кого-то? Там свет есть, ё-моё. Мы вот сюда сейчас летим. Каким-то образом свет через стенки пробивает. Всё, я попал. Я попал сюда. Это место было ранее закрыто, но мы смогли сюда перелезть. Старейшина Тоталь. Смотри, вот она эта стенка, мы ее должны были открыть. Но мы обхитрили систему и просто перелетели вот здесь. Пойдем к этому старейшину. Он нас должен похвалить. Сказать, какие вы молодцы, обдурили цилиндр. Обошли его в фонари. Ну здорово, дед. Че расскажешь, поведай нам сказку. Историю о наших тайнах. Старейшина увидел грусть в глазах трибумов и решил их утешить. Давай, утешай. Не переживайте из-за меня и моего брата. Я надеюсь, что кончу так же, как и он. Действуя в общих интересах, мы становимся чем-то большим, превосходим себя, себя при этом не теряя. Я испугался и остался позади, из-за чего стал меньше. Но я чувствую определенную вибрацию и знаю, что скоро мы с моим братом воссоединимся. Поэтому позвольте мне помочь вам, пока я могу. Вы здесь для того, чтобы узнать про великие линзы, питающие дворец трибумов. Ищите в пустыне самые яркие блики. Идите на него, пока не увидите огромное сооружение из стекла. Возможно, вам такие уже встречались, но чтобы активировать их, нужна особая мутация. Ключ от этой мутации находится у большого Гара. Вон оно что. Вам потребуется 3 линзы, а осталось их много. Ступайте в ту сторону, где блик. Найдите Гара. Это задание достойно великих героев прошлого. Но кто сказал, что обычные маленькие трибумы не могут быть героями? Все понятно, нам нужен Гара и его мутация, чтобы активировать эти линзы. Спасибо тебе, старейшина. Ты очень нам помог. И знаешь, что самое печальное? То, что ты слишком велик, чтобы выйти с этой пещеры. Ты бы тут не пролез никогда в жизни и не вышел бы с нее. Вот что печально. Собираем кристаллики и чешем с этого горящего... Ого, ого-го, высоко как. Ну давай спустимся вот. Хоп, и все. А, понятно, зачем здесь вот это вот искрилось. О, ребята, убегайте с лав, вы че, блин? Попец свой поджигайте. Йоу, мы выбрались. Змей убежал, как обычно. Пойдем посмотрим, куда ведет луч от Стеллы. Еще к одному храму, скорее всего. А, нет, это воскрешающий камень. Но он нам не нужен. У нас, в принципе, все ок. О, насчет цилиндра. Цилиндр, иди сюда. Давай-ка ты покажешь, как ты давишь лизошариков. Ну-ка, лизошарики. Надо, наверное... Вот, вот, вот. Он валуном их только дает. Просто подойти это недостаточно. Ну хорошо, а если мы побольше кого-нибудь встретим? Вот это существо. Давай попробуем на нее наехать. Оп. Не, не получилось. Не получилось. Еще разок. Давай. Не выходит. Здесь трибум живет. Ничего себе. Куда ты покатился? Подожди, дай я в ногу тебе заеду. Не, без толку, смотри, я просто ударяюсь и все. Как бы ничего не происходит. Так, трибумчик. Ему нужно 3 пыльцы и 3 каких-то щетки. Щетки-сметки. Они тут рядышком наверняка должны быть. Сейчас мы их поищем. А вот, собственно, по-моему, это они. Они и есть. Собираем. Держи щетку-сметку. Единственное, я не знаю, я тебя смогу принять в свои ряды? У меня есть еще место? Да, могу. Зовут его Воу, а я назову тебя Василий. Василий, потому что трибумы иногда произносят вот такое слово. Васа! Что-то типа такого иногда произносят. И я думаю, что им явно не хватает Василия. Поэтому теперь у нас он есть. У него покрас интересный такой, какой-то лабиринт. Способностей у него никаких нету. И это просто замечательно. Именно на нем мы будем ставить новые опыты с новыми мутациями. Я снова нарвался на этого змея. Он где-то здесь. Во-во-во. Отскани, отскани, отскани. Да, мы отсканировали. Хвата камень. Зовут это существо, давай почитаем про него. Хвата камень. Большой пустынный хищник, двустворчатый моллюск. Он засекает движение над собой и выбирается из песка. Группа трибумов может использовать хвата камень, чтобы избавиться от других хищников,
но моллюск способен с легкостью поглотить и самих трибумов. Вероятно, хватокамень изначально был морским животным, которое приспособилось к новым условиям, когда ушла вода. В легендах трибумов упоминаются магические жемчужины хватокамня, которые должны добыть герои. Ого, то есть в нем есть какая-то мутация. Его можно как-то грохнуть. А еще я знаю, как его использовать. О, смотри, 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 опять полез, опять. Он хочет нас сорвать. Так и хочет. Подожди, а вот это что такое? Что это с земли вылетело? Это что такое? Вот, собственно, жемчужина хватокамня. Она, в общем, выпадает с него, когда он что-то сжирает. Ну, например, какие-то грибы или еще что. Или крабика, например. По-моему, у меня он жрал краба. Вот он вылазит, краб у него в пасть попадает, он ее сжирает и выплевывает вместо этого эту жемчужину. Мы ее уже подбирали. Эта жемчужина дает нам панцирь. Так, где у нас? Вот ты. Ты сейчас у нас этот панцирь и съешь. Вот такой вот панцирь, как у черепашки. Кстати, в комментариях мне говорили, что вот эту вот штуку нужно отращивать как можно дольше. И тогда у нее вырастет какой-то цветок, который мы можем собрать, и это будет какая-то мутация. Ну, давай попробуем. Эй, расти сюда. Главное, надо, чтобы нас не схватили. Ребята, уходите все от нее. О, вот и цветок, пожалуйста. Василий, иди сюда. Давай, хавай этот цветок. Все, 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 уходим, уходим, чтобы никого не схватили, никого не сцапали. Ну, давай посмотрим, что нам этот цветок даст. Ого! Гремучий хобот. Издает трещащий звук, отпугивающий мелких животных. Давай попробуем потрещать. Вау! Реально как гремучая змея. Ладно, выбираем, значит, нашего бегуна. И валим, валим отсюда. Вон, я вижу уже Гаара взрослого. Именно он-то нам и нужен. Но мы бежим до следующей стелы. Погнали! Выносливость у нас кончилась. Но слава богу, я отыграю за бегуна. У нас и так все быстренько. Несмотря на то, что он пухленький, он бежит очень быстро со своими четырьмя ногами. Все, мы прибежали. Слава богу. Слава богу, добежали. Блинский, тут слоны, капец. А вон Гаара, он находится за цилиндром. И походу цилиндр его сейчас размотает. Представь, что цилиндр это скалка, а Гаара это тесто. И да, цилиндр намотал Гаару. Ё-моё, вот это, конечно, не очень хорошо. Вообще не классно, нифига. Так, слона надо бахнуть. А то он нас сейчас кислотой зальет. У кого комбинатор, комбинатор, комбинатор? Где комбинатор? Вот ты. Ты, давай, 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 бомби. На тебя. Готов. Отлично. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, очень много осколков. Ух, все, ушатали его. Спокуха. Ну, что это такое? Ядрен батон. Надо щемиться. Давай заберем железу. А, нет, места. Места нет. Так, кто там у нас? Ага. А, он сдох. Ха, только появился и сразу сдох. Че у тебя тут есть? Есть что вообще, нет? Не, походу нет нифига. Это слуга цилиндра по имени Объединитель. Мы уже с ним сталкивались. Он своих маленьких дрончиков садит на других существ и управляет этими монстрами, чтобы они искали нас. Ну, как ты видишь, в округе здесь нет ни одного монстра. Ну, точнее, он был. Это слон, тот самый, который нас хотел заблевать кислотой. Но мы его убили. Поэтому не на кого здесь дрончиков кидать. И это хорошо. Гляди-ка. А вон свечение линзы. И там как раз Гаара ходит. Блин, почему-то, когда я говорю Гаара, мне вспоминается аниме про Наруто. Там тоже был Гаара, и он умел повелевать песком. И мы тоже находимся сейчас в пустыне. И Гаара это повелитель пустыни. Прям невероятно. Нам нужно именно... Ой, блин, стой, 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 стой. Какой там огромный каньон. Надо его оббежать, прежде чем пересекать барьер. Ну что, погнали. Вперед из песни. О, смотри, там кристаллы есть. Вон там, вон то свечение кристаллов. Там тайник прям показывается. Глаза, смотри, включая. И они показывают, что там что-то есть. Но я не могу останавливаться надолго. Бежим дальше. Ого. Здесь стеллу прям... Нифига себе. Мотоциклы, моноколесо падает. Так, ну давай в эту стеллу попробуем забежать все-таки. Тут очень опасно, но мы попробуем. Ой-ой-ой, как близко, как близко. Забегаем сюда. Фух, пробежали. Ништяк. Гаара, Гаара, где же ты? Отлично, мы здесь.
Здесь очень опасно. Вон линза. Большой гар. Ни хищник и ни угроза для трибумов. Но достать редчайший ингредиент из его воздушного мешка будет непросто. Но это да. Во-первых, память подсказывала, что мешок наполнен ядовитым газом. Но это понятно, они же летают как-то. Во-вторых, как попасть внутрь существа, которое может справиться даже с песчаной бурей? Будем сейчас думать. Нашел каких-то левых трибумов, они тут прям бегают, что-то делают. Ребята, вы откуда? Какие у тебя интересные глаза? Вы кто такие вообще? Это не из моей бригады, это левые какие-то ребята. Вы что тут забыли, а? У вас тут где-то дом, что ли, есть? Или что, или как? Так, мы уже близко к этим гарам, младшим. Черт, ты посмотри! Нифига ж себе! Нифига ж себе! Это нифига не трибумы, это какие-то оборотни. Ребята, бегите от них. Где у меня кислотный... Кислотный чувачок, где? Ё-моё, какие они страшные-то! Я что-то не понял, где мой кислотный чел? Ё-моё. Вот сюда прячемся, срочно все! В дымку! Они, короче... Они пока нас не палят. Вот он, кислотник. Иди сюда. Сейчас мы зальем его. На тебе! Ему, походу, на кислоту-то и пофиг. А, нет. Свернулся. Вот это дела, так дела. Давай-ка мы сейчас отсканим это чудище. Кто это такое? Трегрум зовут это существо. Сейчас почитаем про него поподробнее. И причем он не хочет от нас отвязываться. Он прям нас преследует конкретно. Одного-то мы и мочканули. Он последний остался здесь. Сейчас я комбинатором патрончики сделаю, забомблю тебя нафиг. Иди сюда, иди. На. Стреляй давай. Вот так вот. Держи еще одну пушку. Ой, зачем-то грибом стрельнул. Да блин, промахнулся. На тебе. Ребят, убегаем. Осколочная же. Все, завернулся. Это прям жук-жук. Интересный какой он. Но мутаций у него никаких нет. О, все, забрались. Ребят, привет. Приветушки, привет. Мне бы как-нибудь к вам в мешочек попасть. Может быть, к здоровому подойти? Какой же он большой. И какой у него странный рот. Так, я вижу у него трубу из мешка. Может, через нее как-то залезть можно? Смотри, он песок засасывает. Песок. Нам нужен камень. О, кажется, мы полетели к нему в пасть прямо. Ого. Слушай, ну... Все, мы попали внутрь. И что? Мне кажется... Он типа нас съел? А что делать-то? Может, воды ему туда подлить? Подожди, у меня есть огонь. Если я огонь разожгу? Непонятно, что происходит. Что делать-то? Ждать, по всей видимости? Пока у нас выплюнет через трубку сверху? Или как? Или что? И долго мы так будем кататься в нем? О, он рот открывает. Так. Ищите воду, вам нужно попить. Да как? Я внутри него. Выплевывай меня уже, а? Он снова что-то засасывает. А где я-то? Можно мне вылезти как-нибудь? Короче, автосохранение сделало свое дело. То, что мы очутились у него внутри, и он нас не убил, смысл нас катать. Можно было как-то нас выплюнуть или еще что придумать, не знаю. Так, нам нужно, по всей видимости, подловить вот этот момент падающих розовых цветков и собрать их с него, наверное. Это не точно. Сейчас попробую подловить. Посмотреть, что это такое вообще. Так, падает. Это какие-то глаза. Слушай, вот они. Иди сюда. Оу! Это больно, я тебе хочу сказать. А это что такое? Дайте-ка я возьму. Трибумы не самые прихотливые создания, но вонь от этих растений тяжело было вынести даже им. Их нужно выкачивать и тщательно. Так, кажется, у меня есть идея. Стой, давай мы знаешь, что сделаем? Мы возьмем вот эту... Ой. Невыносимо выдержать, да? Так, нам нужно это растение дать ему засосать. Сейчас. Тащим. Тащим, как можем. Или, может, нам нужно найти
Фильтр, фильтр, у кого фильтр есть? Фильтр, фильтр, фильтр. Вот у тебя фильтр. Так, хватай. Все равно тяжко. Короче, хобот-фильтр нам вообще никак не помогает в борьбе с этими сорняками. Они настолько вонючие, что даже фильтр пропускает вонь. Смотри, я беру, а он такой, нет, спасибо, я как-нибудь потом. В общем, есть метод, как его все-таки засосать. Его нужно облить водой. Чуть-чуть вот совсем облить. Так, давай, обливай. Вот так вот. И все, теперь мы можем засосать. Вот. И съесть это. Кто же будет подопытным кроликом у нас? Василий, где ты? Ты наш подопытный чувачочек. Хавай вот эту штуку. И теперь ты, наверное, будешь вонять. Очень вонять. Да так, что тебя выплюнет гад. Ну да, пахучая кожа. Позволяет коже трибума источать сильный запах. И некоторым существам он кажется отвратительным. Прикинь, одних он привлекает, а для других он просто ужасен. Ну пойдем теперь попробуем. Он должен нас засосать, а потом выплюнуть, наверное, как-то. Он как раз сейчас вот песочек подбирает. Какой же он интересный, а? Он открывает рот. Я уже готов попасть тебе в пасть. Давай, засасывай. О, полетели, ребятки, полетели. Оп, все в пасть попали. Мы внутри, прикинь. Хобот с фильтром нам как раз помогает. И вот эти вот штучки нам нужны. Забираем. Отлично, давай сразу мутируем, посмотрим, что это нам даст. Главное, чтобы вонючесть не пропала. О, хобот-торнадо создает небольшой вихрь. Хо-хо-хо. Забавно. А вот и глаза вот эти. Их можно как-то сбить? Они отлетают. Так, давай взлетаем. Давай подлетим к ним. Не, я думаю, что никак нельзя. А если водичка чуть-чуть? У нас воды, правда, не очень много. Не, никак. Ладно, воду всю переводить не будем. Ну что, нам теперь надо как-то отсюда свалить. Через другое отверстие. Через это мы сюда попали, а через это отверстие мы свалим. Погнали, уйти. Оп-оп-оп, и вывалились. Юху! Давай, прощай. Пока, блин, как высоко-то. Не разбиться бы. Создает небольшие вихри наш хобот, и сейчас мы проверим. Ну-ка. О, забавно. И как нам это поможет с линзами? Вон, кстати, линза валяется. Может, очистить от песка вихрь нам поможет? Так. И вот кристалл. Трибу мы нашли линзу. В ее центре было странное устройство, но они не знали, как его включить. Наверное, поэтому старейшина и велел им получить мутацию от Большого Гара. Мы уже ее получили. Активируем. Оп-оп-оп. Этот вихрь, он разгоняет винт снизу. Помнишь, мы находили растение, как пропеллер? Походу, мы его теперь сможем запускать тоже. И что? Ой! Я активировал все это дело. Что-то происходит. Земля дрожит. Трибумы с восторгом наблюдали, как огромная линза ожила и начала подниматься в воздух. Им нужно было скорее уходить, поскольку оставаться на вершине огромного сооружения было бы опасно. Мы скатываемся с линзы и падаем. Трибумы восхищались чудом, построенным их предками. Какие еще невероятные вещи были созданы, а теперь забыты. Но этот вопрос подождет. Сейчас трибумам нужно найти еще две линзы. Знаешь что, у меня галики начались, мне нужно попить водицы. Срочно. Все, наш трибум-водянист переводит всю жрачку в воду. Это хорошо, надеюсь, мы не сдохнем в ближайшее время от жары. Я от ванизма. Ну что, я думаю, что можем закругляться. Мы достали мутацию Гара. Мы очистили первую линзу и отправили ее куда-то в небо, к летающим островам. И мы заслужили уважение. И перед их, конечно же. Да, даже мои трибумчики веселятся. Ну что, не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Увидимся и услышимся именно на них.